Всем привет, салон Хавейл. Что делает Аркана в салоне Хавейл? Скажете вы, да? Похоже, да? Очень, очень похоже, только чуть повыше. На самом деле, естественно, что это не Аркана, а Хавейл F7X. Давайте посмотрим, какие же цены. Там стоят ценники, мне говорят, ну типа вот там все расписано. Я говорю, нет, нифига, говорю. Вот я подхожу вот к этой машине, допустим, вот, хотя бы к этой не важно, да? Что за комплектация, что такое, как вот я должен понять, что это машина, сколько стоит и все такое. Я говорю, вы мне тут все распишите, покажите. Кстати, видите, опять же, да, я, видимо, деньги есть, он, типа ребрендинг опять, все такое, в общем, новая вывеска будет и так далее. Так вот, получается, что я говорю, вы мне тут напишите на бумажке, раз уж вы не хотите официально писать возле каждой машины, ставить штендер, ну, типа того, что... Тык-тык-тык, ладно, типа, давай напишем. Ну, это же надо писать, работать. Вот, видите, да, все это мне дело расписали. Значит, сразу смотрите, кредит от 20% первоначальный взнос. И, значит, кредит от 0,01% ставка. Опять же, это плюс-минус, там, можно все играть, ну, возможно, плюс. Ну, по крайней мере, вот такие цифры написали. И трейд-ин, скидка до 100 тысяч рублей. То есть, на все машины... Скидка вот так. Я расспрашиваю, а что так-то? Прям сказали, что завод работает. По-моему, вот единственный завод в России, который работал все это время. Вот под Тулой завод, это Хавейл. И, по-моему, что-то еще вроде у вас, что-то типа такого. Так вот, получается, что машины в наличии есть. Проблем ни с чипом, ничего нету. В общем, вот так все. Поэтому... В общем, говорит, работаем, но цены чуть, да, естественно, поднялись тогда с завода. Ну и что, давайте начнем, наверное, вот с этого и с Джолиона. Я потом все эти цифры еще раз в конце в таблицу все это сведу, покажу. Смотрите, значит, синий Джолион, это у нас комплектация премиум. Машина стоит 2 549 тысяч плюс 15 тысяч, окраска металлик. Ну и, соответственно, здесь еще входит 100 тысяч допы. Вот, значит, спрашиваю, а подвинетесь, как бы, с окончательной ценой? Сказали, что да, какую-то еще скидочку сделаем, те же часть допов, возможно, подарим, ну и так далее. Смотрим, двухцветное литье, брызговички, наверное, вот это и допы есть. Ну, вот опять же, да, видите, как они загибаются, то есть, кто-то написал, что, мол, с заводом на Тигуан поставили брызговики, я боюсь, допустим, там подъезжать к бордюру. Ну, не знаю, вот видите, как они гнутся. То есть в эту сторону, вот они гнутся в эту сторону. Не знаю, как задние, чтобы не сломать, блин, потому что, конечно, плоти. Да, тоже гнутся, видите как. Так что здесь, ну, как бы, не знаю, проблем быть не должно. Так, что здесь, смотрите, датчики парковки спереди, есть сзади, естественно, что... LED-свет, бла-бла-бла, куча камер здесь, подсветочка, ну хром тут вообще в круг, тонировка уже. Смотрите-ка, у нас салон. Опять же, кто-то там написал, мол, ну сколько можно смотреть салоны, багажники и так далее, давай только цены. Это все показывается для тех, кто впервые на канале, раз. Для тех, кто решил в памяти освежить. Вот типа он сомневается, что же купить, и решил еще раз посмотреть, вот, чтобы убедиться, что да, вот если вот эту я машину возьму, там будет то-то, то-то, бла-бла-бла, или вот тут будет поинтереснее и так далее. Единственное, как по мне, так вот, возможен такой небольшой минус, здесь, по-моему, нету по вылету регулировки. Давайте еще раз проверим. Может, начали делать. Да, здесь только... Руль по высоте регулируется, по вылету нет. Большой экран, ну и так далее. Ну, то есть, не кожа, согласен, но как бы все равно приятно. Здесь мягкий верх и так далее. Подролевые лепестки. Такой вот Джолион. Куча здесь всяких электронных помощников. Очень шустро, вот, поверьте, очень шустро они едут по трассе. Не раз видел, прям впечатляет, впечатляет. Ну, давайте так просто заглянем, что здесь. Ну, этим места много, подлокотник, все, такой вот нарядный салончик. Подрем сиденье трехступенчатый, ну и так далее. Куча динамиков, подбутыльники.
такой вот Джулион. Видимо, передний приводный, потому что ничего не написано. Ну вот, собственно, смотрите. Хавейл полноприводный. F7X. Это у нас топчик. Это комплектация Тэш Плюс. 3 499 900. Ну и, соответственно, 20 тысяч доплата за металлик и допов на 100 тысяч. Вот такая вот цена. Тоже, смотрите, у нас такие вот колеса. Резина Goodyear. Легкая совсем тонировка. Лобовое с подогревом. Здесь большой такой экран мультимедии. Обратите внимание, что у нас в потолке. И, собственно, вот еще такая новиночка. Вот так, наверное, отойду, чтобы видно, да, чтобы свет падал. Видите, да, у нас такой темно-синий салон кожи. Синяя такая. Вот, я спрашиваю, это что, это новинка? Сейчас еще есть красный салон. Вот, но он как бы пока недоступен к заказу. Вот такая вот синяя кожа может установиться в машину любой окраски, но только вот, по-моему, в двух топовых комплектациях, в комфорте или только в топовой. В комфорте вот такую вот кожу уже дозаказать нельзя. Видите, там в дверях светлое, да, подлокотники синие, здесь уже все вот так идет. Еще имеется перфорация. Ну что, тут тоже куча камер и так далее. Ну, то есть самый топчик. Идем дальше. H9. Так, про эту что-то тут, видимо, она продана. Поэтому про нее цену не написали, но потом спрошу. Видите, тут подножка, такие вот диски. Хавейл. Ну и тут что? Тонировка, рейлинг и все это понятно. Полноприводный Хавейл. Идем дальше. Вот у нас еще пикапчик загнали. Все-таки там все это убрали. Потому что раньше старую мебель, видите, соответственно, теперь есть возможность загнать больше машин. Прям четко так темные диски в цвет этого, ну, под цвет этого кузова коричневого. Хрома дофига. Тут, смотрите, у нас такие вот трубы. И тут уже все обработано внутри. Подножка, бесключевой доступ. Огромнейший, смотрите, экран, автомат, ну и так далее. Давайте посмотрим, сколько же стоит эта машина. Итак, это у нас Great Wall Power. Премиум комплектация. Встал на подножку прям. Здесь даже безбоязненно. Вот, значит, это у нас еще раз Great Wall Power премиум. 4 149 000 рублей стоит машина, и доплата за цвет 25 000. Ну и допов здесь на соточку. Видите, там здесь все. Вот так вот. Электронный ручник, автохолд и так далее. USB-шки, кнопка запуска двигателя, приборка, кожаный руль. Достаточно такая твердая кожа, но, в общем-то, я так думаю, она сделана так на вырост, типа со временем она разработается. Ну, то есть, был я в салоне Toyota, стоял Hilux, здесь механика была, и, короче, вот эти вот, как в дешевых рапидах, вот эти крутилки, еще просто тихий ужас. Ну и цена тоже там была приличной. Куча динамиков здесь, что зеркало, шторка, подсветки нет. И тут, по-моему, тоже, да. Вот так все. Ну, в общем, все понятно. ГЛОНАСС, все это дело. Все отключено. Ну и ладно. Так. Ну что, идем дальше. И тоже, смотрите, здесь под рылью эти лепестки присутствуют. В нужном месте все вот эти вот кнопки расположены. С непривычки, видите, как выхожу раз, и нога в этом. Думаю, да что вставать на нее? А была грязная, уже капец. Получается, что выходя нужно только наступать на вот эту. Но если у вас длинные ноги, то, конечно, вам будет проще. Ну что, идем дальше. Так, серый F7
Это у нас комплектация Elite. Такие вот серые диски. Ну, тоже здесь куча хрома. И тоже, смотрите, как у нас здесь салон комбинирован, да? Кожа темная, ну, такая на бордовой, и еще ткань, ну и так далее, да? Передний привод, руль кожаный, такой теперь, видите, здесь экран большой, и тоже здесь имеется подогрев лобового стекла. Ну, несколько чуть-чуть доработали вот эти все моменты. 17-е колеса. Ну и что? Значит, смотрим, эта машина у нас серый F7 и комплектация Elite 3 159 тысяч рублей плюс 20 тысяч окраска металлик, ну и допы на соточку. Естественно, с допами опять же могут подвинуться. Опять же, все это, повторюсь, индивидуально. Вот еще теперь смотрите, у нас белый Джолион Элит комплектация написана, и механика 2 279 тысяч рублей, 15 тысяч доплата, окраска металлик, ну и, сотка допы. Соответственно, то, что тут написали плюс 100, возможно, там где-то наименьшую сумму допов установили. Ну, как бы вот, это просто, чтобы примерно было так. Руль тоже в коже, есть какие-то здесь кнопки, подогрев руля, голосовое управление, работу с телефоном, громкости и так далее, да? Тоже здесь куча всяких. Так, отключение ESP, это все всем понятно. Ну и тут усилится стеклоподъемники. В общем, вот так. Ручные регулировки. Сзади имеется подлокотник, три подголовника, легкая тонировка. Но механика шестистопка. То есть, кому не нужен робот, пожалуйста, вот механика шестистопка. И тоже, смотрите, у нас кнопка запуска двигателя имеется. Ну, в общем, как-то так. Китайцы вот молодцы, потихоньку растут. Собственно, и все. Пишите, комментируйте, подписывайтесь. Всем пока, счастливо.